пути только через покаяние. Другого нет пути. И нельзя самому по себе смиряться. Это будет театр. Смирять должен духовник. Он тебя смиряет не по твоему сценарию. Потому что даже если ты сам будешь смиряться, ты сам пишешь сценарий своего смирения. До обеда я смиряюсь здесь, после обеда выйду, смиряюсь там, и вот так. Нет, милый мой, это не смирение, это игра, это театр. Смирение должно быть вопреки, вопреки твоим планам, твоим желаниям, твоим представлениям о смирении. Тебе кажется, что ты сегодня не будешь целую ночь спать, и с утра станешь смиренным, потому что всю ночь будешь тянуть четку, а вдруг духовник тебе говорит, а завтра до 10 часов спи. Ох, он лишает меня смирения. Смирение не высокомуствует, смирение благоговеет. Мало кто из современных монахов ловит вот это благоговение.